Ну, как ожидалось, матч получился очень тяжелым. Он много было единоборств, много насыщенной игры на участках поля. Соперники боролись за инициативу. Мы провели две хорошие, так сказать, разящие атаки. Завершили их голами. Это в целом как раз тот отрезок матча, когда мы владели преимуществом. Ну, а в целом, надо сказать, что после удаления, само собой, мы сосредоточились на обороне. И надо отдать ребятам должное за проявленный характер. В эпизодах неплохое мастерство проявили. И самое важное, что не отсиживались в обороне, как мы попросили, и старались при первой возможности переходить в атаки.